Всем привет! Хочу в этом видео показать вам, какую мы штуку сделали самодельную. Называется окучиватель. Очень-очень удобно. Окучивает очень быстро. Конечно, тут вот ничего еще не покрасили, потому что пока угол не поймали, надо правильный был угол поймать, чтобы удобно было и тащить за ручку. И сзади держать. Сейчас вроде все углы выставили, попробовали. Вот она заходит в землю и вот за счет этого вот так окучивает. Дальше вы увидите, как это в работе. Так, сейчас я хочу показать, что получилось. Вот мы уже прошли несколько грядок. Тут что-то она плоховато взошла. Вот видите, местами картофель. Первая грядка тоже плоховато. Дальше уже пошло нормально. Окучивает очень хорошо, как раз после дождика, немножко такая, ну, мягкая земля. Если, конечно, она будет дубовая, то тяжело этим окучивателем тащить. Мы проходим сыном туда и назад, туда-обратно, и очень хорошо высоко получается. Это мы окучивали вчера, но она немножко просела еще земля. Вчера было вечером выше,